Слова телеведущей вызвали резонанс среди курян. Многие поддержали известную теледиву, а кто-то выразил свое негодование, утверждая, что нельзя судить о городе, посетив всего несколько заведений. Одним из таких людей оказался маг и астролог Повсекакий Богданов. Он разместил пост на странице социальной сети ВКонтакте и им разделил курян на два лагеря. Сегодня многие СМИ заявили, что Лена Летучая предстанет перед судом в Курске. Специально для kursktv.ru Повсекакий Богданов сделал сенсационное заявление. Вообще вся эта ситуация, которая произошла с программой «Ревизоры» и Леной Летучей, на самом деле у умных курян, конечно же, вызвала ряд вопросов, потому как какое право теледива имеет, негативно отзываться в целом о городе, потому как 4-5 заведений, которые она прошла, они не отображают всей картины города. У нас здесь можно жить, развиваться, у нас здесь в принципе все нормально. Да, есть моменты кое-какие грязные, которые нужно очищать, но вместе с тем говорить о том, что закрыть город, ей никто не позволял. История Летучей и Богданова только набирает обороты. В конечном итоге я скажу так, что сейчас мы с некоторыми предпринимателями ведем, тех предпринимателей, которые ее проверили якобы, которых она якобы проверила, мы ведем разговор и действительно в ближайшее время подадим в суд. Потому как есть такая информация, что за несколько дней до того, как съемочная группа программы «Ревизора» появилась в тех или иных заведениях, звонили на телефон этим предпринимателям, предпринимателями предлагали заплатить определенную сумму денег. Причем там ни одну, ни две тысячи долларов. Такие моменты есть. И здесь уже момент, когда должны разбираться правоохранительные органы. Теперь куряне ждут ответа Лены. Оставайтесь с нами. Дмитрий Гладких, Сергей Сергеев. Специально для kursktv.ru.